преодолеть любую трудность, любые преграды. И это заслуга вашей школы, ваших учителей. Они сумели вас сделать семьей. Я просто счастлива попасть в такую дружную, хорошую семью. Так, ну а теперь всем тихо, потому что я собираюсь вам открыть одну очень серьезную тайну. Дело в том, что эта тайна моя, и пока я еще никому и о ней не рассказывала. Я только чуть-чуть коснулась в своей книге «Команда Z», вот в этой тайне. Почему чуть-чуть? Потому что эта тайна не для всех, она только для добрых людей. Наверное, слышали вы о том, что на наших землях жили скифы. Да. Потому и скифия называется, да? Да. Одна из команд ваших. Так вот, до скифов, оказывается, давным-давно здесь еще более древняя цивилизация была. Когда я впервые столкнулась с понятием древняя цивилизация ариев, древних ариев, мне стало очень интересно. Мне захотелось разыскать, что, где и почему арии, и почему здесь. Оказывается, Запорожская земля, наша с вами земля, связана определенным образом с самыми сакральными местами на земном шаре. Египетские пирамиды, Стоунхендж, Великобритания. Можно было бы пещеры Карната можно было бы перечислять. И если провести линии, то наш остров Хортица и каменная могила находятся на пересечении. И вот тогда-то, представляете, в своем-то возрасте я решила прощупать руками и ногами эти места. И я обнаружила такие вещи, которые вы, я видела ваш сайт, видела, что вы были на каменной могиле, я видела, как вы заглядывали в пещеру, и кто-то, может быть, даже нырнул туда, но все пещеры вы просто не смогли обследовать на каменной могиле, они закрыты. А в одной из этих пещер есть лицо инопланетянина, и этому лицу 18 тысяч лет. Вот такое лицо, которое в голливудских фильмах. Инопланетяне зелененькие такие, без носа, с большими глазами. Серьезно, это далеко, ладно, каменная могила. А за каменной могилой есть вообще таинственное место, и подозревают, что именно там скифы хранили свое золото. Из-за этого там постоянно роются черные археологи. Там есть шурфы, дыры в земле. Я лично их видела. Подставишь руку, бьет вот так вот, отбивает руку вверх. Какая-то идет сила оттуда. И никто там местный не ходит, не гуляют, и даже посадить ничего невозможно. Потому что оно не растет. Животных, коров там не выпасают. С собаками там не ходят гулять. Там вообще таинственное место. А уж о нашей Хортице, вы все там были, как мне все говорят, я вырос на Хортице, я знаю здесь каждый камешек, да не знаете вы ее, Хортицу. Вы там пропадаете выходные, вы бываете на турслетах, вы видели очень много вещей. Но самое интересное, поднимите руки, кто из вас был на святилище Ариев? Древнее святилище Ариев. Это недалеко от музея, недалеко от стана кошевого. Не видели? Круги такие каменные. Были? А знаете, что они дышат? Иногда станешь и припадаешь к земле, просто падаешь. А иногда как будто вот индийский йог, вот-вот левитации, летать начнешь. Они просто дышат, эти круги. Там тайна. А в музее кто из вас был Запорожского казачества на острове Хортица? Все были? И ничего не заметили?
потому что вы все вместе ходили, а если бы по одному? Вот представьте себе, проходишь по залу, там, где все вот горшки висят, оружие висит, размещены такие древние вещи, и вдруг один горшок начинает ходуном ходить. Вам смешно, да? Мне тоже стало смешно и интересно. Я отошла немножко в сторону, горшок раз и остановился. А пол-то каменный, если бы были деревянные доски, было бы понятно. Ну, там закачалось от чего-то, может, дунуло. Но их же целый ряд висел, и только один качаться начал. Очень интересные вещи. Оказывается, мне там рассказали, ночью бывают охранники в музее, даже боятся находиться внутри, те, кто охраняет музей. Особенно в грозу, потому что ходуном ходит, вот так стены ходят ходуном. Ощущение такое, что портится, музей портится, находится на пустотах. И во время грозы вот постоянно резонирует, действует, двигается. Очень много таинственных вещей там. А кто-нибудь знает, где находится Ведьмин грот? Ведьмин грот на Хортице. В северной части, знаешь? Как только приближаешься к этому Ведьмину гроту, начинается дождь. Вот летом нужно было, когда жара была, нужно было просто вместо крана его использовать. Приближаться, и начинается гроза. Причем настолько интересное получается все. Там сычи сидят, там находился камень. Огромный камень, который теперь во дворике музея находится. И на этом камне роспись древняя, очень древняя, неразгаданная. Кто-то говорит, рыба там. Так вот, для чего я это все вам рассказываю? Вот все это есть в этой книге. Только так получается, что все эти волшебные вещи работают для того, чтобы команда Z фантастически стала сильной. Поставила перед собой цель уничтожить оружие на земле. И с помощью каменной могилы под Мелитополем, вот этого таинственного места, которое находится, с помощью Хортицы навели порядок в мире. А следующий этап для команды Z и тех, кто станет героями следующих частей. Возможно, это и вы будете. Будем вместе работать. Обязательно. Мне же нужны герои, персонажи. Здесь около 50 человек. Можно еще 50. И это будет борьба за экологически чистый воздух, воду, души. И если вы в этом примете участие, станете персонажами-героями, я буду только рада. Вот я вам сейчас покажу, как выглядит. Ну, книгу вы засмотрели, не успели? Я просто вам покажу немножечко. Вот эта пещера. Змеиную пещеру знаете? Да. Знаете, что это была пещера? Она находится немножечко, ну, скажем так, на обрывистом утёсе, и видна только со стороны воды. И узкая щель такая, ничего подобного. Там компьютерный зал внутри.